Последняя пятница января, погнал голубей. Не пошел до Андрея, голубок. Погнал 13.30. Андрей рябы может прибавить, но знаю, не идет. Попробуем поймать остальных. Дымка в горе. Он хорошо поймал четверку. Кто чуть-чуть выше, сразу дымка. На 300 метрах 250 дымка. Кого я тут увидел? О, видите, он выше там. Одни над другими появились. Когда небо такое, вот это самое, хоть хорошо можно ловить голубей. У меня не получалось по-голубому. Сегодня немножко есть ветерок. Минусовая температура. В полете, значит, два конопатых с Мелитополя. Один рябый с Мелитополя и один черный. Четыре, получается, мелитопольских. Пара моих. Ага, дымочка, дымочка. Вот еще эта голубка, которая пришла, я сегодня кинул, тоже садится. Мелитопольская. Вот она такая у нас. Вроде бы голубок такой, он летный, а голубка, кто не хочет, то... Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот она, вторая, это мелитопольская садится. Значит, остался там один конопатый, один рябый, один черный. Трое остались. Так, вверху небо с потолком. Значит, мысник там. Пара моих. Одна голубка Сашина Александра. Александра Славко, Кременчук. Мысник, город Киев. Трое мелитопольских. И пара моих. Ветер. Опа, что там? Вот они, видите, так от одних к другим я прихожу. Ветер восточный. Ну, небольшой, может, метра три. Секунду, небо невысокое, чуть выше берут, сразу попадает в дымку. Температура минусовая, может минус 5. Погнал голубей. Это что, вертанулось что-то? Или мне показалось? Камеру немного протер, стало получше. То голубое небо, то она еще была грязная. Вчера спиртиком протер, стало получше. Ну, посмотрим, 3.30 погнал я их. Разделение есть. 4.3.1. Будем смотреть, что будет дальше происходить. Пока ястреба нет. Сплошная бросает их. И садится. Вот она. Смотрите, чтобы потом не говорили. Вот как она может у нас бросить всех и сесть. Это сплошная, за которую мне вчера писали. Хотят. Смотрите на ее маневры, чтобы потом не было разговора. Так она всех бросила, садится. Вторая, первая сила Андрея. Это вторая сила. Вот и так стоят над домом. Вот они. Три мелитопольца, пара моих и мысник. Высота небольшая, потому что там дымка идет вверху. Покажу, какой у меня отсев подогнали. Вот это такое зерноотсев. В общем, такой мусор. После зерна остаются. Ну, а так тут... Тут сурепы много разного. Разной ерунды какой-то. Ну, я так подсыпаю. Вроде бы копается. Кое-что тут выбирает. Мешочек мне Володя подарил. Так я сейчас на вот этом... Перед кормлением вот это сыплю. Они там что-то выбирают. В этой ерунде.
Так, что там наши голуби? Наши голуби тут невысоко. Вот они. Ястреба нет. Вчера час целый ястреба не было, и сегодня пока нет. Верхние идут. Молодец, да прибирай все это. Ага, то ли небо такое, то ли 33 минуты летает. Вот таким полетом, таким туда-сюда, туда-сюда. Недолго и невысоко. Хотя все такие по крылу должны летать по 5 часов. Вот только Сашина тут голубка более-менее такая. Александра II сейчас я ее возьму. Она там такая чуть-чуть покрасивше всех остальных. А потом на посадочке. В общем, пока что желания нет. То ли погода, то ли они так уже привыкли по часику отмечаться. Просто такие на результат не идут. На посадке уже. Это Мелитополь. Это Мелитополь. Моя две середки, Сашина горелая, Александра Славко, вот она так по полету с всех остальных. Вот уже и садятся. 40 минут. Все простячки. Желания летать нет. Лентяй мой. Это Мелитополь, голубок молодой. Такую голубку я оставил себе. Черных у меня как бы кровь всегда одна. Хоть там и простячки они, но подливать чужую кровь нужно. Так что такую мелитопольскую голубку я оставил себе на плоды. Ну, садятся наши летчики, не отлетал и часа. Хотя есть ветерок, все. Радует одно то, что нету ястреба. Все живы. Все целы. Но не радует то, что они летают. Очень мало. Но они тяжелые. Ну, почему? Потому что морозы. Как бы так на диету их не посадишь. Морозы ночью. Ночью у Кудряшовки, говорят, было до минус 18. В руках голубей видно, что такие как бы тяжеловатые. Сегодня я дам поменьше пожрать. Так как полета у них вообще 40 минут, я вижу всего лишь навсего. Надо их хоть наказать зерном, раз они такие у нас стали. Не желающие летать. Видите, не все так просто. И с простыми голубями тоже. Такая практика, или вернее такие разговоры в интернете. Чем проще, тем летучий. У меня в рубежном не срабатывает. Все голуби простые, летают, как вы видите, недолго, к моему большому сожалению. Кому голубые, а кому тут вот игрушки с этой. Да, снимайте. Да, снимаем. Зачем? И ко снегу.
Давайте, давайте, прыгайте, пныгайте. Як там наші голуби? Оля, Оля, Оля. О, видиш, їм все одно, їм тільки треба пожрати. Тут діти бігають. А, їм все одно. Ой, дивіться, я пропалив, я зараз тягав борщ. Я тут прибула. Отай, Доня, де мамуся загалила? Дітвора зараз. Ось голубят на вихідні, попнигать з горочки.